Более 400 активных жителей Одинцовского округа стали участниками субботников, прошедших в Звенигороде, Захарове и Супоневе. В рамках реализации проекта «Чистая страна» к экологической акции присоединились одинцовские единороссы и глава округа, секретарь местного отделения партии Андрей Иванов. В местах проведения субботников были заранее приготовлены необходимый инвентарь и перчатки. Также на местах была организована полевая кухня и раздача бутилированной воды.